В Шымкенте тем временем ищут причины массовой гибели рыбы. Мертвыми особями усыпана практически вся береговая линия реки Бада. В основном это маринки. Загадочный мор заинтересовал специалистов сразу нескольких ведомств. Первые мертвые тушки стали находить жители ближайших домов. Одна за другой рыба всплывала наверх. Горожане даже пытались спасать ее, но бесполезно. Погибших особей становилось только больше. Соцсети начали пестрить фотографиями и видео. По предварительным данным, маринки умерли из-за изменения качества и температуры воды. На отдельных участках вода стала мутно-белой или мутно-коричневой. История уже наделала много шума. Ею заинтересовались и в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. Окончательную причину гибели рыб покажут результаты лабораторных исследований. Они будут известны в течение 5 дней.